Происхождение Гаджи Челеби Хана. Полководец и политический деятель. В середине 18 века Гаджи Челеби основал самостоятельное Шекинское ханство на территории, расположенной ныне на северо-западе современной Азербайджанской республики, выведя его из-под контроля Надир Шаха. Хаджи Челеби имел знатное происхождение. Существуют некоторые указания и на то, что Челеби был и потомком Ширваншахов. Одним из ближайших и значительнейших предков Хаджи Челеби был дервиш Мухаммед Хан, наследственный правитель Шекинской области. В седьмом поколении от дервиш Мухаммед Хана родился у Курбана сын по имени Челеби. Хаджи Сиит Абдул Гамид, автор родословной шекинских ханов, называет Хаджи Челеби потомком в 12-м поколении Кара Кешиша. Согласно этой родословной, отцом Гаджи Челеби был Кетхуда Курбан. Дедом Алиджан Бек, а предком в шестом поколении правитель Шики, дервиш Мухаммед Хан. Керим Ага Фатех, сын шекинского хана, Фат Али Хана, шекинского, автор истории шекинских ханов, в своем сочинении, также утверждает о дальнем родстве Гаджи Челеби с Кара Кешишоглу. В пятом томе сборника актов, собранных Кавказской археографической комиссией в 1873 году, в родословной таблице, также указывается на происхождение Гаджи Челеби от Кара Кешиша, жившего в 1444 году. Петрушевский подтверждает, что династия Кара Кешишоглу правила Шики еще с 1444 по 1551 годы, вплоть до его низложения Шахом Тахмасибом. Но, при этом, ссылаясь на Абдель-Латифа Эфенди, отмечает, что основатель династии Алиджан был незнатного происхождения из омусульманенной прежде христианской семьи. Вот эта легенда. Жил в городе Нухи, священник, но когда, неизвестно. Называли его Кара Кешиш. Он был главою Нухи. Другой же священник был главою селения Киш. Захотел Кара Кешиш женить своего сына на дочери священника, живущего в селении Киш. Священник, живущий в Кише, сказал: «Дочь моя вспоена белую водою, и поэтому не выдам свою дочь за человека, который живет там, где протекает черная вода». Тогда Кара Кешиш возразил: «И я проведу к своему дому арык от реки Киш». Священник из Киша ответил: «Сначала проведи воду, а потом выдам свою дочь за твоего сына». Кара Кешиш провел к своему дому арык с белой водою, и лишь тогда тот выдал дочь за его сына. А сына Кара Кешиша звали Джандар. Через некоторое время Джандар принял мусульманство и стал называться Алиджаном. Кутул-хан является сыном Алиджана. Один из иранских шахов назначил Кутул-хана правителем Шики. Сына Кутул-хана звали Шики-ханом, а сына Шики-хана – Хасан-султаном. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона приводит предание, называющее Хаджи Челеби внуком армянского священника, принявшего ислам. Грузинский царь Ираклий II в письме Никите Панину сообщает, что у деда Хаджи Челеби, тогдашнего хана Шики, отец был армянским священником, перешедшим в ислам. В анонимной записке «По восточному Закавказью 1840-х годов» говорится, что 95 лет назад шекинским ханом был Гаджи Челеби, происходящий из армянских поселян.